Раньше, много лет назад, здесь был пруд Плотинка, где отдыхали светлоярцы. Ну, к сожалению, со временем заилилось, заросло камышом, соответственно, не соответствует тем требованиям, которые нужны для нормального полноценного отдыха. Поэтому в настоящий момент идет расчистка пруда Плотинка. Я помню, я сюда ходил, здесь были катамараны одно время, потом все это забросили, сейчас решили восстановить. Сейчас даже не верится, что несколько десятилетий назад у пруда Плотинка был популярный пляж. Никакой береговой линии, ил и камыш, да пасущиеся в округе коровы. Таким водоем стал без должного ухода, но, возможно, уже через пару лет от него не осталось бы и этого. К счастью, пруд было решено реабилитировать. Работы начались в рамках национального проекта «Экология». В данный момент пруд очищаем от камыша. Вывозим ил. Раньше коровы ходили стада когда-то, в древние времена. Ну вот они вот здесь пили когда-то на заборе, поэтому показал. Сегодня нацпроект «Экология», реализующийся на территории Волгоградской области, открывает совершенно новые возможности для улучшения экологии региона. Каких-то 15-20 лет назад эта южная окраина Волгограда была одной из самых экологически неблагополучных из-за большого количества химических производств, находящихся в непосредственной близости от поселка Светлый Яр. До начала работ по расчистке пруда здесь было проведено несколько экспертиз грунта и воды. Специалисты высадили несколько десятков деревьев, которые должны образовать вокруг водоема защитную зеленую зону. С июня месяца начались очистные работы. На сегодняшний день вывезено порядка 20 тысяч тонн грунта. В этом году планируется порядка 65 тысяч. На следующий год запланирована также здесь работа земснаряда, который будет производить очистку пруда по водной территории. Работы будут проводиться до 2022 года. Задействовано звено из двух экскаваторов, будет здесь три экскаватора работать, бульдозер и самосвалы порядка 8-10 машин. Площадь пруда Плотинка после окончания работ увеличится в 4 раза и будет занимать 18 гектар. В прибрежной зоне водоема создадут комфортную зону отдыха, установят детские площадки, лодочную станцию, лежаки и беседки. Но это будет только через 2 года. А пока на объекте идет только первый этап работ. Параметры, они территории определены согласно проектной документации. Глубина, ориентировочная глубина на данном пруду будет где-то порядка 3 метров. Ну, по краям, там, возможно, будет до 1,5 метров. Да? Вот. Ну, пока работа проводится по извлечению донного грунта, и все это перемещается на пруд синтезирующих жирных кислот. Приезжала лаборатория Волгоградской области. Перед началом всех работ проводились лабораторные исследования. Изымались как вода, так и почва. Вот, проводились исследования. И на основании этих исследований составлялась проектная документация. Все подтвердилось, что таких серьезных заражений ничего нет. По окончанию работ также будут проводиться исследования. Будет заключение о целесообразности использования данного пруда. Спустя десятилетия запустений на месте пруда Плотинка впервые реализуется такой грандиозный ландшафтный центр. Так постепенно меняется и имидж нашего региона. Екатерина Алтухова, Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».